Твери прошло первое заседание Общественной палаты в этом году, на котором участники подвели итоги работы за прошлый год. В течение года общественники приняли участие в разработке и реализации целого ряда проектов. Подробности у нашего корреспондента. На своих заседаниях члены Общественной палаты рассматривают наиболее важные и актуальные для жителей города вопросы, касающиеся отраслей жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства, здравоохранения, культуры и образования. Так общественники принимают участие в контроле за ремонтом дорог Твери. Также члены палаты посещают объекты улично-дорожной сети во время приемки и работают с жалобами горожан. Кроме того, члены Общественной палаты контролируют строительство школ и детских садов. Большое количество проектов общественники реализовали в области культуры, образования и истории. 22-й год, несмотря ни на что, был очень активным для членов Общественной палаты. Вот то количество проектов, их десятки, говорит о том, что все комиссии Общественной палаты работали очень активно, все члены Общественной палаты вели как свои проекты в своих общественных организациях, так и подключались к общегородским, общерегиональным и к федеральным проектам. Как отметил председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев, Общественная палата – это неотъемлемая часть общественно-политической жизни города. Члены палаты всегда поднимают актуальные темы, а также обсуждают важные вопросы города. Общественная палата достаточно авторитетный и уважаемый орган, который является частью муниципальной власти города Твери. Поэтому на членов Общественной палаты мы ждем от них предложений, мы ждем от них работы, потому что они сюда определенную нагрузку общественную. В минувшем году Общественная палата принимала активное участие в проекте туристического кода центра Твери. Также общественники занимались профилактикой правонарушений на центральных улицах Твери. Позицию, выводы и предложения ее участников принимают во внимание представители власти и экспертное сообщество. На сегодняшний день задач становится больше, задачи очень серьезные, сегодняшние вызовы, ситуация говорят о том, что нужно искать новые формы работы, прекрасно видеть и постоянно познакомиться с нашими новостями, да, все, что касается подрастающего нашего поколения, на сегодняшний день. Участники обсудили планы на текущий год. Эти темы станут предметом обсуждения на заседаниях Общественной палаты в этом году.